саженцы ели канадской Дейзи Вайт, медленно растущие деревья с необычной ярко-зеленой хвоей. Она очень приятна на ощупь, а цветовой диапазон не меняется в зависимости от времени года. Обновленные приросты заметно светлее, но со временем они становятся такого же цвета. Крупномеры лучше всего высаживать на хорошо освещенных участках, но первое время нужно их скрывать от палящего солнца в полутени, особенно в марте, после зимы. Хорошо переносят сильные морозы, как зимой, так и весной, поэтому отлично подходит для средней полосы России и южных регионов. К типу используемой почвы ель неприхотлива. Ель канадская Дейзи Вайт – это многолетнее растение высотой 80-300 см. Дерево хвойное лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Ель прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для кислых почв. Весенняя окраска листочков ярко-зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.